Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. У нас с тобой закончился турнир, и забираем свой приз. Ну что, как ты видишь, мастер 3 звезды. И у нас здесь разыгрывался Донателло. Ну, как мы знаем, он имеет у меня все 5 золотых звезд. Поэтому эти ДНК, соответственно, сразу будем с тобой распылять. Ага, так, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Итого у нас с тобой 145 платиновых осколков. Так, задания у меня все выполнены в магазине, друзья мои. Давайте посмотрим, что у нас хорошего есть. И, как ты видишь, ничего абсолютно. Так, ага, по жетонам все шикарно. Берем с тобой 3 ДНК на Донателло. Так, дальше мы, наверное, с тобой возьмем... А я даже не знаю, что нам с тобой лучше здесь взять. Слушай, давай начнем прокачивать Микеланджело Космос. Я думаю, никто не будет против, да? И здесь у нас 455 жетонов. Этого мало, чтобы кого-то приобрести. Так, ну что, друзья мои, у нас новая началась неделя. На этой неделе у нас разыгрывается Рокстеди. Я, кстати, не помню, он у меня прокачанный или нет. Ну, нам ничего не стоит посмотреть с тобой, да? Это Рокстеди классический у нас с тобой получается. Так. Ох. Так, а вот это приятно, ребята, что мы можем с вами сегодня перевести кого-то в золотой ранг. Но для начала я хочу посмотреть, подожди, Рокстеди. Рокстеди классика, смотрим, стоит ли вообще бороться за него. По-моему, стоит. Да где же ты, а? Не понял, я, наверное, его промо... Вот. О, друзья мои, конечно, конечно же, за Рокстеди классику обязательно нужно драться. Он умеет всего лишь 2 серебряные звезды. И нам не хватает 19 ДНК, чтобы перевести его, да? На 3-ю серебряную звезду. Поэтому это мой шанс хоть кого-то из классических ребят немножко приподнять. Именно из антигероев. Так, ну что, мы с тобой здесь... Вопрос, конечно, очень интересный такой, риторический. На самом деле я хочу прокачать Донателло Ролевого. Объясню почему. Ребята, у него есть массовая атака, у него есть хил. И все-таки ролевики, ну, они неплохая команда. Конечно, хочет и Бибупчик, у него тоже есть, да? Хил, у него, по-моему, иммунка есть. Рокстеди как провокатор неплох, в принципе. Но все-таки я склоняюсь к Донателло Ролевому, ребят. Поднимаем его в ранге. Ну что, Донни, я тебя поздравляю. Так, купальный халат мага. Священный купальный халат передавался магами из поколения в поколение. Защита в бою усиливается на 5%. Окей, я думаю... Нет, уровень я понимать ему не буду. Хотя, нет, не буду. Пускай пока стоит на 30-нике. Пока на 30-нике, чтобы, ну, не портил мне в данный момент статистику. Что за глюч эта игра, ё-моё, не пойму. Переключается между окнами по 3 часа. Такого не должно быть. Так, и давай заглянем, что у нас по испытаниям. У нас цены насилия. Угу. Это будут у нас что, оригиналы разыгрываться? Я вот не помню. И городская война тени на солнце. Так, тут уже идет на эксперте Усаги против проворства. И платиновое это идет проворство. То есть синее, да, проворство. Ну что же, а мы с тобой начинаем неделю, конечно же, с буста. Ребята, откатилась игра буквально, наверное, 10 минут. Я думаю, что есть у нас с тобой неплохой шанс сейчас очень хорошо рвануть. Понимаешь? Рвануть, просто газануть. Так, давай посмотрим, дадут ли нам. Вот, видишь, сразу Виталий нам выпадает с тобой. 15-17 уровень. Идем в самый хвост. В самый хвост. И начинаем с наших 30-х уровней. Вот он, Рокстеди классика. А вот он, Бибоп классика. Ребят, конечно, хотелось бы их прокачать. Особенно вот Бибоп. Он вообще у нас там еще до сих пор в бронзе. Если Рокстеди еще в серебре, то тот вообще загнивает. Ну что, погнали, погнали помаленьку, да? Тыч. Слабо было. Давай ты. Нормуль. Так, карайка подбита. Ванюша готов, отдыхает. Ну что ты, Донни? Что ты тут прыгаешь, а? Что ты тут на меня тоску наводишь? Все идеально прошли, и двигаемся дальше. Мы с тобой должны сегодня бустануть, понимаешь, бустануть. Мы должны с тобой попасть сегодня, я не знаю, там, в мастера вряд ли, но в сёгуны уж точно ворваться обязаны. И главное не пасовать. Так, ну что, воин 2 звезды, 75-й ранг, почему там ранг маловатый. Ну, видимо, сейчас тоже все, наверное, побежали играть. И ты сам понимаешь, а я буду искать 11-12, ну, попытаюсь.
Вот, видишь, как хорошо. Это у нас Влад. Сразу видно, что уровень бойцов повышается, да, с каждым поднятым рангом. То есть уже 22-й уровень у Эйприл. А у нас с собой 30-й. Почему-то мне кажется, что игра немножко что-то то ли подлагивает. Я не знаю, в чем проблема, ребята. Может быть, сервак перегруженный. Кстати, вот тоже, да, такая вот закономерность. Если разработчики забросили, как говорится, работать над игрой, то они же, извини меня, платят за сервера, на которых эта игра висит. Смысл тогда какой, да? Они не закрывают игру и не продолжают ее, как бы, ну, дальше развивать. Как бы нет в этом выгоды. Или все-таки получают какие-то крохи, а? От донатов и от всякого еще прочего. Так если они получают, то кто-то сказал, ее взломали, эту игру, поэтому никто не хочет, как говорится, ее продолжать. Так если ребята ее взломали, сделайте, я не знаю, там на новом движке, пускай та же самая игра на новом движке. И ведь не все же игры у нас взламываются. И не все, как говорится, игроки взламывают. Кто-то по чесноку хочет, кто-то вообще, ребята, не взламывает, а чисто получает вот эти всякие плюшки за счет просмотра рекламы. Они же за счет просмотра рекламы получают нехилые бабосики, поверь мне, нехилые. Так что я думаю, что они много здесь не потеряют. Ну что, давай, наверное, возьмем опять с тобой Влада. Я не могу, я не выбил, ребята, 12-13 или 12-13 с повышенным рангом. Поэтому придется вот пока здесь разбираться. Я думаю, 35 уровень-то справится с этими охламонами. По идее, должны просто порвать в щепки. Единственное, что мы с тобой как-то очень медленно поднимаемся по рейтингу. Вот это меня как бы немножко раздражает. Так, Рок, кстати, блин, выжил, а? Ну-ка, давай так вот сделаем. Тут Леонардо еще Карайка. Ага. Давай, Пит. Ну-ка, добьешь, Лео. Лео добил Карайку и немножко ранил Лео. Все. Прекрасный, прекрасный, ребята, бой. Мы с тобой двигаемся дальше. И заодно посмотрим сейчас, куда мы с тобой, ну, приземлимся. Ну, посмотри, как долго, да? Как будто как приторможенная игра идет. Наконец-то мы с тобой перешли в элиту, 83-й ранг. Давай приступать. Ну, элита — это у нас, ребят, на самом деле проходящий вариант. Насколько я помню, мы в элите долго вообще не задерживались. Мы вот на самураях там, да, еще где-то плясали. Но только не в элите. Так, возьму-ка я, наверное, Цезаря. Возьмем Цезаря. Тут Хан, кстати, Лео, Рафаэль и Микеланджело. Да я думаю, для нас это не проблема. Так, 23, 24, 25 ранг. Буквально, ребята, на 10 левелов мы с тобой их сильнее, и к тому же мы с тобой уже переходим на 40-е уровни. То есть ему нас пока не догнать. Но он может приблизиться. Так, выпускаем Они. Это у нас в майке, да, летит? В майке. Так, массовых атак у нас нету. Давай добьем, наверное. Так, а нет, у Рафаэля есть массовая атака. Нам бы только дожить. И он бомбанет гидрант. Ага. Хопа. Шикарно, минус Хан. А, ну Лео, конечно же. Лео врубает хил, но это зря. Потому что, ну, он его не спасет, понимаешь. Давай битами его. Туф. Готов, парень, готов. И Лео живет еще. На-ка, пяткой в нос. Вальнули, короче, одним словом. И, естественно, переходим дальше. Я хочу посмотреть, мы перейдем с тобой на следующий ранг. Или же где-то 5, 6, 8 место будет у вас заниматься. Хотелось бы рвануть на элиту, да, элита 2 звезды. Но здесь 98-я позиция. То есть вот тут вряд ли мы уже перепрыгнем. Так, смотри-ка, у нас Фрэнк, Цезарь. Я думаю, что возьмем с тобой, наверное, Цезаря. Возьмем Цезаря, элита 2 звезды. Ранг, как ты видишь, максимальный 32-й. А у нас уже с тобой 40-е идут, поэтому все равно он пока отстает. Он пока отстает. Плюс, не забывай, что у нас все в голде. А у него, по-моему, только два персонажа имеют золотой ранг. Да и то по звездочкам он уступает нам сильно. Так, ну что, первому, конечно же, надо уничтожать Кирби. Тут как ни крути, сделаем вот такой вот удар. Бумс. И он выжил. Ну-ка,
кролики, не подведите папочку. Шикарно. Так, иммунку вешает Майки. Пускай вешает. Так, мы с тобой, наверное, должны... У этого меткость понижена. А будет ходить... Вначале Крис, потом Бибоп. Ну, попробуем. Ага, не вышло. Граната. Вот что нам нужно с тобой. На-ка, выкуси. Мимо, да? Потому что у тебя меткость понижена, парень. Поэтому и мимо. А Рафаэльчик упал. Ну, давай, наверное, Майки с тобой подобьем. И добиваем Криса. Все. А тут по-другому, ребята, и быть не могло. Я уже на этой игре, как говорится, 10 собак съел. Поэтому уже знаю, что, куда и почему, и как. Есть, конечно, небольшие нюансы в тактическом бое. То есть ты думаешь, что должно быть так, а у тебя не выходит, как оно должно быть. И тут ты немножко начинаешь думать. Вот видишь, не хватило совсем чуть-чуть нам с тобой. Буквально одной ступенечки, но ничего страшного. 13-15, Хейсон. А может быть Хасан, нет, скорее всего Хейсон. Так, ну мы тут видим, что с тобой Майки, да? Даже два Майки, ролевой, обычный. 41 и 40 уровни против 32-х. Разница в 8 уровней. В принципе, если не прокачаны скиллы у них, мы их забомбим. Если прокачаны, то нам крышка. Начинаем с бомбочки. Не прокачанный скилл, но тем не менее наносит массовый урон. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, бомбочка была выпущена зря. Так, постепенку не повесила, и слава богу. Ну, попробуем заблокировать. Понизили меткость. А этот, блин, ты посмотри, а? Он же снимает дебафы, ё-моё. Ну-ка, Магмен, шмальни-ка по ним ураганом. Ху-ху-ху-ху. И, надеюсь, спецлицей добьет. Так, постепенно урон там висит, ладно, на тебе. Слушай, вот тут было немножко опасно. И прикинь, как он классно сделал, да? Мы вначале кинули бомбочку, он взял, Микеланджелом отхилился. Мы на него повесили дебафы, он взял вторым Микеланджело ролевым дебафы снял. То есть, неплохо. А почему именно Майки начали ходить? Потому что у них всегда инициатива большая, и они ходят одними из первыми. Поэтому вот так вот и получилось. Ну что, друзья мои, элита 3 звезды, 29 ранг. То есть мы с тобой после этого боя переходим в самураи. В самураи, и у нас тут Камиль. Да, он уже в Лиге Самураев сидит. Пригрелся, надо его немножечко, понимаешь, да, сдвинуть. Нечего, как говорится, там засиживаться. Так, а какие уровни? 38-е. 38-е уровни уже идут. 45-е. Я думаю, что нам хватит с тобой запала здесь справиться. Единственное, кто мне здесь напрягает, это Ванька Стиранка. У него, во-первых, уровень большой. 30 какой там, 8-й? 38-й уровень. То есть, как бы не до шуток. У нас-то 40-е левелы, да? А у него есть массовые атаки. То есть он может не кисло нам тут проблем сделать. Так, выпускаем придурков из другого измерения. Ага, минус двоечку сделали. И это уже хорошо. Этот иммунку свою бросает, не знаю для чего. Скорее всего, все, крышкой. Крэнк, давай. Визирчак-то наш. Бомбани. Рук, кстати, выжил. Но это ненадолго. Все, ребята. Прошли на раз-два. Я даже сам, честно говоря, не ожидал. Но я боялся, что Ванька может, знаешь, сделать массовую атаку. 40 уровень против, извини меня, 32-х. Ой, подожди, а что это я взял, что у меня 32-е-то? Совсем уже Рэй перегрелся. Нет, ребят, все нормально. Я что-то думал, что у меня намного меньше персонажа по уровню, чем у нашего противника. Но это уже все, это уже, как говорится, перегрев. Слишком сильно за своих радею, поэтому вот так вот испугался. Так, ну что, у нас тут Алессандра. 14-17, это, кстати, неплохой показатель по кубкам. И уровень-то тут уже, кстати, 42-й. А я, по-моему, 40-х еще не отыграл. Поэтому, друзья, без риска делаем с тобой вот так вот. Беру Супер Шредера и Леонардо. Леонардо ролевой, почему, ребята, берется? У него более-менее еще прокачан скиллы. То есть он как провокатор должен здесь хорошо постоять. Ну, по крайней мере лучше, чем Рокстеди, поверь мне. Делаем с тобой вот это вот. Это нам дает отхил каждый ход на каждого персонажа. Так, теперь либо давай волну, наверное, сделаем. Волна, хорошо. Так, у него есть хиллер? У него хила нету. Так, пробуем.
трындец. Давай майки, наверное, попробуем. Я не знаю, ребята. Тут как-то не все хорошо. Блин, дебаф отмыл. Так, Рокстеди, наверное, нам с тобой придется брать провокацию. Я пока другого варианта не вижу, ребята. Я боюсь, сейчас его тут распишут. Еще и постепенный урон. Ё-моё, да вы серьезно что ли? А ну-ка давай. Минус майки. Так, Лео, берем провокацию с тобой. Я надеюсь, ты возьмешь, как говорится, лишнюю часть урона с Рокстеди. Так, добиваем с тобой нейтрализатора. Окей. Так, в кого это полетит? Давай в Лео. Нет, это в Рокстеди летит. Так, критовку повышает, да? Смотри, что они творят. Ну-ка. Блин, Донни не упал еще. Валяется. Давай вот так попробуем прыгнуть. Найс. Ну что же, остается у нас... Так, сможем постепенночку повесить? А-а, не вышло. Живи, живи, Рокстеди, блин. Да твою ж налево добьешь, а? Я просто, знаешь, что боялся? Если дойдет ход до Рокстеди, на нем висит там фиг знает сколько постепенки. То есть там не один черепок, там их штуки две. И я не знаю, есть ли у них суммарная, как говорится, накладываемость. То есть если на тебя повесила Карайка, плюс еще там следующий персонаж, да? Срабатывают ли они вместе или все-таки срабатывает последний из постепенных уронов, который был на нас наложен? Я надеюсь, ты понял, да, что я имею в виду? Мне не видно, если бы там, например, было бы, да, постепенный урон там 2, ну, где-нибудь там вверху двоечка, то было бы понятно, что на нем висит 2 постепенных урона. А тут вот не ясно. Ну, в общем, я боялся, что если они сработают, они у меня, ну, Рокстеди упадет. А не хотелось бы. А не хотелось бы. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. А тут, как ты видишь, уже 40 уровни, а мы с тобой, у нас 50-е. У нас 50-е... И я думаю, что справимся. Здесь у нас один только Донателло. Ролевой чего стоит? Точнее, не ролевой, а видение, ребята. Он у нас провокатор, причем довольно не кислый. И он знает, почем здесь фунт лиха. Ну, давай сделаем массовый поджог. С постепенным уроном даже. Так, пробьем Кирби. Да, в принципе, да, он должен упасть от этого луча. Угу, вальнули. Так, здесь бы нам, конечно, желательно лучше бы... Бакстера зашибить. О-о-о-о-о-о-о. Да ты не утруждайся. Не бросай свои баллончики, они тебе не помогут. Хотя заблокировал все-таки способности. Ай, зря. Так, молот добивает, молодец. Ты, кстати, понял, да, что такое серп и молот? Это раньше, ребята, у нас была статуя такая. Крестьянка и работник. Крестьянка держала серп, а работник держал молот. Посмотри фильмы времен СССР, и ты поймешь, к чему я. Студия Ленфильм и так далее. Там именно как раз вот и была эта самая статуя. Ну что же, друзья мои, двигаемся с вами дальше. Так, посмотрим. Нет, нет, не повысились мы с тобой пока. Также и висим в самураях 2 звезды. И надо брать нам с тобой 15-18 или 14-18, я не знаю. Вот, 14-18 у нас такие ребята есть, нашлись. Кьюва. И ранги, точнее не ранги, а уровни я вижу тут максимальный 46-й. То есть довольно не слабые персонажи, 46-й уровень, тут как бы тебе сказать, уже не до шуток. Берем с тобой Шархана. А Шархан что делает, ребята? Массовую атаку, да, понижает броню. Понижает броню, и как раз мы с тобой будем под этот шумок их разбирать. Может быть, кого-то даже уроним. Ага, никого не уронили. Вот мы с тобой... Опа! Сразу лидер по слабачкам отыскался у нас, это Рафаэль. Так, он тоже хиляется, а? Ты посмотри, жучара, что делает. И отхил такой не кислый. Так, замедлим их, попытаемся. Так, бросим холодильник, это массовая атака. Ну, не прокачанная. Ну, этого хватило, да? Теперь Владушки по земле. А вот и виновник торжества. Это Рафаэль. Все.
Ребята, великолепно отыграли. Я думал, что все-таки сейчас Рафаэль упадет. Но, слава богу, мы его успели, как говорится, отхилять. Выжил. Ну что же, двигаемся с тобой дальше. Наконец-то влетаем, да? В самурай 3 звезды. 79-я позиция. То есть сёгуны ждут. Сёгуны нас с тобой ждут. Ну, а здесь кого взять? Майкона давай, наверное, возьмем. Ну да, Майкон пускай будет. Так, у нас еще... Слушай, ну достаточно количество персонажей. Единственное, что приближаемся к определенному уровню. Давай-ка я возьму, наверное, Змейка Вьюна сюда. Хочу как бы уже отыгрывать одного имбового персонажа и, например, там 4 слабеньких. Чтобы было как бы, ну, равноправно. Так, сделаем вначале дебафчик на них, на всех. Потом Змейка Вьюн. Ты видел, кстати, вот, смотри, он 50 в уровне. Змейка Вьюн 70-го. Все равно Хан по инициативе его ребята опережает. Так, ну что, пуляем. О, минус единичка. Так, Майк тоже минус, наверное, да? Ну, с пониженной броней, ребят, конечно же, мы тут их будем пробивать. Всех. Даже кошечка моя морозильная будет убивать их. И добили. Вот так вот. Вот у него дебаф очень сильный. Понижает броню, он еще может, ребята, понизить и атаку. То есть ты вообще стоишь, как, знаешь, как будто без брони. Голиком. А перед тобой такие монстры стоят. Но ему нужно еще его прокачать. Хорошенько. Так, ну что, еще один бой, и мы с тобой уже в сёгунах. Ой, ну да, в сёгунах. Так, здесь мы с тобой возьмем руки. Кстати, кто-то писал в комментариях, да? Рэй, почему ты не стал проходить технодром? Друзья мои, я вам в одной из серий, не помню, правда, в черепашках я рассказывал. Нет, не в черепашках, потому что я их не снимал. В какой-то игре рассказывал, потому что я начал снимать технодром и забыл подключить микрофон. И серия записалась без звука. Поэтому я как бы и не стал ее выкладывать. Ну, без звука, кому интересно, то есть без озвучки, ребята. Никому не стало интересно, и я думал, что не буду выкладывать, а просто пропущу. Потому что больше там никаких событий интересных не было. Я тебе скажу, за всю игру, которую там было, да, за 3 дня, я нафармил всего лишь, по-моему, 4 или 5 ДНК на Кренга. Очень мало, на самом деле, очень мало мне выпало. Все, что угодно выпадало, кроме Кренга. Но все равно, ребята, 4 это тоже хорошо. Так, ну что, двигаемся с вами дальше. Так, кто это у нас? Ну, хотел, наверное, написать Рафик, а тут написал Пафик. Пафик. Эндрю, возьмем с тобой Эндрю именно, да? Тут ангел какой-то. Ну, я хочу Эндрю с ним подраться. Возьмем, наверное, с тобой Зека сюда. 80-го уровня со своими бомбочками. Я думаю, что он должен, в принципе, хотя... Нет, ребята, нет, это опасно. Потому что мы с тобой сравнялись по уровню, прикинь? То есть мои слабые персонажи, которые, да, идут в хвосте, по уровню сравнялись с противником. Так что риски, большие риски. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем крик души от кара змеи. Так, этого мало, этого слабо. Ну-ка, добьет ролевой-то наш. Красавчик. Ну-ка, на, получил и... Бибоп падает. Да, но здесь, ребята, если бы не Зэк, все могло бы быть намного плачевнее, чем вот сейчас вот. Ну что, двигаемся с тобой далее. Смотрим, кто там, что там и куда там. Какое место? 33-е. То есть сёгун 2 звезды, да? Автоматически переходим. Понятно. Берем с тобой Омма. Так, Ома, давай мы, наверное, с тобой возьмем Бакстера Стокмана. Риски, блин. Опять риски. Тихо, не надо. Вот так вот. Я надеюсь, Бакстер Стокман все-таки по инициативе опередит врага. А иначе, ху-ху, плачевно тут все может быть. По идее, он должен, ребята, сходить. Так, Карайка все равно по инициативе выигрывает. Но тихо. Да, у него же тоже карайка, оказывается, была, поэтому она исходила после моей карайки. Вот в чем была проблема. Но, слава богу, Кирби выстоял, не упал. Ну, потому что уровни были одинаковые, только лишь из-за этого. Так, ну что, переходим с тобой в лигу сёгунов, по идее, да? 2 звезды. Шикарненько. Давай тогда уже до 3 звезд дотягивать. Естественно, ребята, завтра уже зайдем, будем
валяться с вами где-то в сёгунах. Точнее, не в сёгунах, а даже где-то в самураях, наверное, одна звезда. Потому что, ну, как быстро поднимаешься, так быстро тебя и сбрасывают. Ну, давайте мне 16-21 или там 15-21. Чего вы жметесь-то, эй? Супостаты. Не хотят, да? Не хотят давать. Ладно, фиг с ним. Роберто, извиняй, бро. Придется наказать тебя. Так, Майки, отвали. Раз, два, три, четыре. Ну тут, ребят, все понятно, да? Леонардо можно брать абсолютно с любыми слабачками, потому что его одной вертушки достаточно, чтобы всех просто отправить в никуда. Не веришь? Смотри. Хоба. И все готовы. Так что Лео это такая имба, что... И Усаги тоже, кстати, имба. А когда они вдвоем, то это имба-имбище. Так, ну что, двигаемся дальше. Смотрим, какое место у нас. Наверное, где-то 50... А, 47-е. Слушай, еще не факт, что нам с тобой один бой нужно будет сделать. Еще не факт. Даниэль. Может быть, даже два боя. Так, берем здесь Усаги и отыгрываем. Да все, в принципе, ребята, отыгрываем имбу. Остаются еще один-два боя и все. И на этом сворачиваем удочки. Тут, я думаю, достаточно будет одного удара от Усаги. Если он постепенно урон положит, а он должен положить, потому что они слабее нас по уровню и сопротивления у них практически нету. А, вот оно как. Ну, давай тогда сделаем таким вот образом. Падайте, листья. И они упали. Идеальная победа. Ну что, мы с тобой переходим. Все, у нас 3 звезды. И последний там у нас, по-моему, остается бой. А ну-ка. Ага, губишки раскатил. Вот тебе, специально игра сделала. Фигушки, как говорится, тебе. Ага, размечтался, Сёгун, 3 звезды. Помучайся, как говорится. И ничего не поделаешь, придется мучиться. Так, давайте мне... Блин, да вы оборзели, что ли? Дайте мне там 16-21 или 15-21. Не хотят, а? Вот же жулики. Ваня, извини. Мой гнев пал на тебя. Сколько тут еще? Вот, как раз... Ать! Да неужели, блин, нам придется из-за Криса Брэдфорда с тобой тратить 4 отката? 4 отката нам придется тратить из-за него. Я могу, конечно, не тратить, если честно. Ну, отыгрывать так отыгрывать всех, согласись. Так, давай-ка мы так сделаем, чтобы... Хоп! Здесь мы, наверное, сделаем вот так вот. Курлык. Все равно он труп. И добивочный вот такой вот. Смачный. Оу, оу, добивочный, ага. Да что ж такое-то, 59 уровень не можем забомбить. Вы издеваетесь, что ли? Какого лешего? У нас 90 уровня, 80 и 59 тут что-то выпендривается. Какого лешего тут творится? Не знаю, друзья мои, но что-то не то. Ладно, в любом случае мы здесь с тобой забомбили этих олухов. И переходим на последний поединок, где из одного Криса Брэдфорда мне придется... делать откат. Ну, мы с тобой в Лигу Сёгунов попали. Давай, в бой. Ну, тут все намного проще. Выбираем самого тяжелого бойца. Это будет Стефан. Самый, как говорится, по уровню, да? Берем Лео. Берем Усаги. Берем Криса. И берем... Ох, тихо! Как так-то? Вот так вот, друзья мои, оказывается, да? А Лапекс-то почему-то пролетела мимо моих очей. Хм. И это хорошо, что мы с тобой вот так вот сделали. Посмотрели. Да. Ну что, ребята, все. Крышка вам пришла. Скорее всего, да? Нет, еще живут и пахнут. Давай, Лео, добивай их. Найс, почему я взял вот этого бибучка, ребята? Он получит очень много опыта. Да. Ну, именно я имею в виду по прокачке. Ну и все. Сейчас посмотрим только, на какую позицию мы с тобой переместимся. Это будет, наверное, где-то 20-е, да? 28-я. И отлично. Лига Сёгунов, 28-я позиция. Можно, конечно, взять откаты, и мы с тобой могли бы перейти... в Лигу Мастеров.
нам ничего не стоит. Ну зачем, ребят, зачем тратить на первом дне? Да? Первом дне, на первом дню, вот так вот скажем, чтобы нас потом опять скинули. Нет, я вот пойду лучше спокойненько сейчас понабиваю осколочки, да? И будем ждать завтрашнего дня. Ребят, я не знаю, завтра будет видосик или нет. Этот видосик однозначно выйдет уже завтра, потому что за сегодня я не успею, потому что через 2 часа мне на работу, а нужно будет его еще отрендерить, ну, в общем, все дела выложить. Не успею, но завтра обязательно этот видосик выложу. И если не просплю весь день, потому что я иду в ночь на работу, то обязательно выйдет следующая серия, ну, соответственно, с лигой, с испытаниями, все как полагается. А на этом все, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.